Знали ли вы, что все королевство Лихтенштейн можно взять на ночь в аренду за 70 тысяч долларов? Однако Snoop Dogg'у для съемок его клипа в аренде было отказано. Привет, с вами Демиос, и вы смотрите The Fact. Королева Англии Елизавета II является родственницей румынского князя Влада III Цепеша, который был прообразом для графа Дракулы. Чем холоднее в комнате, в которой вы спите, тем больше шансов, что вам приснится кошмар. Вот так выглядят фермы в Саудовской Аравии. Эти зеленые круги – участки пустыни, где установлена специальная система полива, идущая по кругу. Арабские слова пишутся справа налево, но арабские цифры – слева направо. Поэтому те, кто читает арабские тексты с большим количеством цифр, должны двигать глазами в обе стороны одновременно. Одна молния содержит в себе столько энергии, которой хватит для того, чтобы поджарить 100 тысяч тостов. Императорский пингвин способен нырять на глубину 565 метров и находиться под водой 20 минут. Ни одна другая птица так не может. Джон Шепард Баррон, человек, который изобрел банкоматы, изначально настроил их на шестизначные пин-коды. Однако его жена могла запомнить лишь 4 цифры. Именно поэтому это стало стандартом. Вин Дизель впервые сыграл на сцене, когда ему было 7 лет. Это случилось тогда, когда он с друзьями пробрался в театр для того, чтобы его ограбить. Но женщина-сторож, которая там работала, остановила их и предложила каждому по $20, если они будут приходить после школы в театр на репетиции. Исследования показали, что теоретически возможно стать зависимым от обнимашек. Все дело в том, что во время объятий у человека вырабатываются большие дозы окситоцина, гормона счастья, который дает нам чувствовать себя счастливыми. А когда объятия прекращаются, то у человека может начаться небольшая ломка. Рут Лоуренс – девочка-вундеркинд. Уже в 10 лет она поступила в Оксфорд. Через 2 года она закончила бакалавра, а в 17 лет она была уже доктором наук. Стив Джобс как-то раз подарил одному своему работнику новый Ягуар. Это случилось после того, когда работник сказал Стиву, что опоздал на работу из-за того, что его машина не заводилась. Во многих странах законодательно запрещено делать операции осьминогам без наркоза. Это связано с тем, что у осьминогов развитый интеллект и они чувствуют боль. Исследования показали, что другие люди видят вас на 20% более привлекательным, чем вы сами видите себя. Это связано с тем, что зеркало отражает только вашу внешность, но не вашу личность. Собаки не чувствуют вины и стыда, просто им очень грустно, когда их хозяин на них кричит. Некоторые птицы собирают окурки и потом используют их для строительства своих гнезд. Все дело в том, что никотин, который остался на бычках, является природным пестицидом и отпугивает от гнезд паразитов насекомых. Если ребенок родился в самолете, который летел над территорией США, то ему автоматически дается гражданство США. А если ребенок летел над океаном, то ему дается гражданство той страны, которой принадлежит самолет. Актеры массовки, которые в Голливуде играют роль зомби, сначала проходят специальные курсы зомби, которые длятся 3 дня, после чего они сдают экзамен и получают сертификат. В 2013 году один китаец нанял несколько геймеров для того, чтобы они постоянно убивали его сына в игре. Отец сделал это для того, чтобы сын наконец-таки нашел работу. Тело Ленина забальзамировали и выставили на Красной площади вопреки его воле. Он этого не хотел. Сам Владимир Ильич хотел, чтобы его тело похоронили рядом с его женой. На этом все. Большое спасибо за просмотр. С вами был Демиос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы хотите дальше узнавать интересные вещи. Пока!